Если человек уходит, отпускай. Мой милый друг, я знаю, как это сложно, каждый из нас проходил через это, но ты должен понять кое-что. Если человек хочет быть с тобой, он не уйдет, несмотря на все обстоятельства. А если этот человек должен быть в твоей жизни, то он обязательно вернется. Ты встретишь его за углом своего дома или пока будешь гулять с друзьями. Возможно, ваша встреча произойдет в другом городе или в другой стране. Никогда не жалей о времени, проведенном с этим человеком. Никогда не злись на этого человека, не держи ненависти. Ведь когда ты проводил с этим человеком время, ты был счастлив, тебе хотелось делить это время с ним. А о всем том, чего тебе действительно хотелось, не стоит жалеть. Никогда. Возможно, ты будешь думать, что твою улыбку, твое счастье, твое доверие, даже твою грусть забрал тот человек. Но нет, это все еще есть в тебе. Мой милый друг, прошу, улыбнись прямо сейчас. Ты не представляешь, как мне жаль, что я не могу увидеть твою улыбку, мне правда хотелось бы этого. Но ведь мы с тобой уже так близки, и я доверяю тебе. Я знаю, что ты действительно улыбнулся. Я слышала, как ты плакал ночью из-за того, что твой любимый человек сказал тебе, что вы больше не можете быть вместе. Я слышала, как ты плакал ночью из-за того, что твоя любовь не оказалась взаимной. Я слышала, как ты плакал ночью из-за того, что твой лучший друг предал тебя. Я слышала, как ты винил все на свете и не желал больше общаться с людьми, зная, что они все равно идут. Сделай глубокий вдох. Сделай выдох. Ты слышал эту фразу миллион раз, но я скажу тебе ее снова. Люди уходят и приходят. И это действительно сложно принять, но ты ведь помнишь, что я верю в тебя. Я не уйду от тебя. Я рядом, в твоей голове. И еще ты помнишь фразу, что если один человек ушел, то пришло время для прихода нового, более важного человека в твоей жизни, который изменит ее. Так вот, я и есть этот человек. Я рядом. И я верю в тебя.